Это стихотворение давно написано, но вот захотелось его сейчас впендюрить в этот сборник. Поскольку все-таки не чиновники его оплачивали, а Олег Петрович. Респект уважу. Да. И хвалать Олег Петрович. Стихотворение называется «Идущие не вместе». Помните, было такое одно из очередных движений. Эпиграф из Алексея Рафиева. Я последний выживший патриций. В смысле он. Эх, Леха! Все мы дети трамваев и жертвы чьей-то борьбы за души. Идем по жизни, слегка хромая, пока не пруха совсем не задушит. А он шагает, гляди-ка вместе, гляди, как четко чеканят шаг. А мы хромаем. Один к невесте, другой на паперть, а я в кабак. Куда хромаем? В бессмертие? Вряд ли. Скорей в забвение, в дешевый гроб. Смотри под ноги, сплошные грабли. Подымешь зенки, получишь в лоб. Идущим вместе светла дорога. Чем строй теснее, тем легче путь. А может, Леха, и нам немного до поворота ко всем примкнуть. О. Ну что, патриций, надень погоны и с барабаном под знамена. Но лучше, Леха, раздай гандоны идущим вместе, идущим на. Ну, я думаю...